Да я понимаю, кто нас сюда выпустил без ПМВ, блядь. Саджин, чё за хуйня вообще творится, блядь, в этом мире? Куда, блядь, командиры смотрят? Я хуй его знает, блядь. За такое, блядь, из армии увольнять надо, нахуй. Они еще лучки получат, блядь. И медали. Рейдер 1 прибыл на ЛД Новембра. Ждем раненых. Передайте пилоту, я правее от него нахожусь, в 20 метрах. Справа от него. Вижу его. Вертолет надо мной. Жду дальнейших указаний. Вижу тело, азимут. 220, близко от нашей группы, по-моему. Посмотрите, враг или нет. Это спускает, это наши. Там нет, он пробовал. Один как гражданский, но вооружен. Пошла. Берите левее, когда стреляете. Ронин, ты его снял, нет? Нет, он успел за камнями скрыться, и тут как раз на свет погас. Так, сообщи, что мы с юга к вертушке подходим, чтобы по нам с пулемета не созданули. Блять, ебаный в рот, сука! Ложись. Вертолет взорвался. Вертолет, к сожалению, не сильно упал. Вижу его. Откроем ему огонь, все возможно. Все, да? Отставить огонь? Да, отставить. Хорошо, логи прилетели, блядь, удачно.